2011 года он у меня служил флешкой. С 2012 года. Вот. А с 2017 года, ой, с 18-го, нет, да, с 17-го где-то сначала, ну, может быть, с февраля, я начал как бы уже видосы вот эти грузить и смотреть на то, что сколько человек меня смотрит. Про время я только узнал в 2017 в конце. И вот в 18-м я уже начал активно заниматься. У меня было, короче, в 18-м году, в ноябре, примерно 140, там, 160 подписчиков. И сейчас, короче, получается у меня вот уже 1000. Ну, грубо говоря, месяцев за 7 набралось до 1000. Ну, как бы, то, что видосы я не снимал зимой, там, мало было видосов. И вот если бы у меня был компьютер, я бы монтировал, как бы. Можно было бы с моих видосов и вырезки делать, как бы. Самый смак вырезать и показывать одним роликом, там, допустим, 15-минутным, 20, там, 10. И рыбалку, и охоту можно было бы так показывать вкратце для любителей таких вот, которые, как я, вот мужичок-то. Вот, кстати, вот это вот видео рыбалкой в Уфе. Мужик вчера, короче, мне комментарий написал, я когда вот этих карасей-то позавчера ловил, на телефон снимал, он говорит, я не видел рыбалку, я видел только пакет и рыбу. Что я только в пакете показывал ее, не как тащил я ее. А вот, вот этот процесс, ну, я думаю, что ему понравится, если фон будет смотреть целиком. Либо ему не понравится это то, что оно опять же длинное видео, а ему понравится самый смак, когда я их вытаскиваю, вот это вот. Ну, я думаю, это тоже любому понравится, вот это. Я не говорю, что это плохо, что там смонтировать короткими сюжетами, там, чтобы быстренько все результаты было видно. Это неплохо, это как бы нормально вообще, друзья. Но и опять же, чем длиннее, тем лучше получается. Можно посмотреть, посидеть, побаловать себя. Скорее бы уже, друзья, на РТ-6 щука пошла хорошо ловиться. Вот что-то вот здесь вот подшатывает. Я так думаю, что, скорее всего, ротанчик чуть-чуть что-то шевелит. Шевелит, шевелит. Ну, а сосед мой еще что-то не проехал. Он обычно 6 часов едет. Или в 5. Но сейчас 6:08. Вот. Сейчас надо мне удалить 3 видосика. Так, а удалить мне их надо какие? Даже можно 4. Вот этот удалим. Еще 22 подписчика. Канал просмотрело 125482 просмотра, короче. И 1022 подписчика у меня показывает. А сообщество еще что-то не открыли мне, блин. Не клювает, не клювает, так
бывает. На-на-на. Выход. Выйти. Оп. Оп. Так. Погода у нас показывает солнечно. Вторник тоже солнечно. Сегодня понедельник. Ага. Сейчас посмотрим через Яндекс, что у нас показывает. Или это не Яндекс? Ну, непонятно. 9 градусов показывает. Ощущается, как 9. Облачно вроде показывает. А, дождь, прикиньте, на 7 часов, на 8 передают. Обалдеть. Обалдеть, ну это будет, ё-моё. Вообще нежданчик. Так, на 7, на 8 часов дождь, да? Так, ладно. А потом в 5 часов до 8 будет дождь. А передавали вообще без дождя, друзья. Ну ладно, хрен с ним. Где тут у нас дождь? Ну вон там тучки видно. Такие как бы матероватые. Матеренькие там. Куда у нас облака идут? Облака сюда идут. Вот так. Какой-то дурачок в знак с дроби стрелял. Видно. Может мне взять удочку? Ну там поросей, типа траве трава росиная. Он туда думал сходить. Попробовать удочку покидать. А вон там утки плавают. Может туда можно было бы сходить. Косачи вон там орут.